Приветствую всех любителей ножевой тематики. Это должен был быть анбоксинг. Но ввиду некоторых обстоятельств получилось так, что материал отснятый только что, буквально некоторое время назад, не очень удачно вышло из-за того, что я не дотерпел, решил сделать это на работе, но не суть. Вот то, что я получил по почте от одного хорошего человека, зовут его Богдан или Богдан, он из Софии, он не из Софии, он из Румынии. В общем, некоторое время назад я уже давно заглядывался, в принципе, на ножи от этого производителя, фирмы Rocksteel. И подвернулся мне на eBay вот этот вот именно ножик по нормальной цене. И он только, то есть человек его поставил, еще не было ставок, я отписал, решили перейти на личные. В общем говоря, закрыли нормально. Как бы первые сообщения, скажем так, по делу. Все очень сухо. Да-да, нет-нет. Обговорили сумму. Но после всего этого некоторые вопросы я начал задавать. Я обратился к нему. То есть я объяснил, что никогда у меня не было Rocksteel. В общем, в ответ я получил очень длинный имейл, интересный, где человек, можно сказать, вкратце рассказал про свою жизнь, про то, что он является тоже коллекционером, но в основном ножами такими фиксированными лезвиями, то, что он является инструктором каких-то боевых единоборств, рукопашки. В общем говоря, очень всесторонне развитый человек. И также этот человек делает ножи. И, как он сказал, успешно продает их на том же eBay. Я, правда, насчет ножей не интересовался. Линк по поводу его бойцовского клуба я посмотрел с фотками. Вот. Ну и все. И буквально спустя неделю пришла вот посылка. Это Rocksteel маленький. Rocksteel Heisen со сталью ZDP. ZDP 189, 66,4 по Rockwell. Отодвинем пока коробочки в сторону. Хочу, я вот тут вот себе, можно сказать, выписал, чтобы не забыть. Вот так вот я, наверное, это прям сразу придвинул. Огромное спасибо Богдану. Я не знаю, как это читается на румынском. Но, наверное, это читается так. Vamultimich Bogdan. Или thank you very much. И по-русски тебе тоже огромное спасибо. Во-первых, за этот ножик. Вот такой вот малыш. Около 7 сантиметров клин. Где-то 3,5 в обухе. Алюминиевая рукоять. Без покрытия. Полировка. И также, когда он мне рассказывал, то есть написал про то, что он отсылает мне посылку, человек сказал, что он в нее вложил небольшой подарок мне лично. И вот это вот второй сверток
который был в этой посылке. Это, видимо, те ножи, про которые он говорил, которые он делает. Ну, вроде бы он говорил, что он делает фиксиды. А здесь складень. Slip joint. Классический. На рукояти. Рог. Вылизанный. Подгонка. Все очень четко. Клиночек довольно полноразмерный. Вот так вот все это смотрится. В общем, приятно было очень пообщаться с этим человеком. Еще раз огромное ему спасибо. В общем, вот такой вот, вот такая вот обновка. Сбылась одна из мечт. Рокстит. Какие-то свои наблюдения про эти ножи, а также более подробное описание этого ножа. И, наверное, ссылку я дам под видео, когда выясню подробности. Уже сейчас, придя домой, отпишусь, узнаю, что за материалы, что за сталь на клинке. Все, благодарю всех за внимание. И пока.